Ильяна пишет: у кого и как попросить прощения, когда вынужден срубить дерево? У дерева. Надо просить разрешения и просьбу у дерева. Вообще дерево, по крайней мере, как нам друиды рассказывают, дерево очень обидчивое. Даже когда вы с ним хотите поговорить на какие-то святые темы или помочь вам, или как-то нельзя даже, чтобы рядом были члены вашей семьи. А дерево любит, чтобы вы напрямую с ним разговаривали, один на один, высказывали массу уважения, почитания, и оно может вообще обидеться, оно может и не дать то, что вы просите, ну, потому что уровень сознания по их царству выше, чем у человека по нашему царству. Поэтому там другой тип отношений совсем. Принято просить прощения, и если мы его рубим или берем ветку для того, чтобы что-то сделать нам для дома, например, плуг или там стрелу, что-то такое, то минимальные должны быть для него, для дерева, минимальные раны, минимальная обида. Опять приведу вам пример. У нас в Новой Зеландии есть необычное очень дерево. Это вид сосны, каури называют, невероятных размеров. То есть оно достигает, это что-то просто чудовищное. Задерешь голову, не увидишь макушки. И очень оно огромное. И у него очень тяжелая древесина красного цвета. Так вот, такие деревья, по-моему, это эндемик, то есть они больше нигде не растут. Они вековые, они вообще с древнейших времен, еще когда, может быть, острова наши были вместе в одной Гондване, там географически. Этих деревьев не так много. В принципе, наверное, их можно пересчитать. Ну, может быть, сотни их. И если такое дерево растет на территории какого-то племени, то племя к нему относится с почтением и дает ему имя. И, естественно, проходя мимо, разговаривает, здоровается, погладить может. Ну, в общем, максимум почтения должно быть. Разрешается сделать из него каноэ. Вообще каноэ здесь — это такой вид магический транспортного средства, одушевленный. Каноэ делается для племени, для путешествий или военного характера, или за рыбой, куда-то далеко. Поэтому можно было каноэ делать вот из такого каури. Так вот, у них существует огромная процедура, просто расписанная по секундам. Подготовка многодневная к тому, чтобы мы пришли вот к этому дереву, с ним разговаривали. Определенные люди имеют право. Шаман должен что-то там, какие-то прочесть ритуальные страшные обращения. Потом они начинают аккуратненько его резать, тысячу раз извиняются. Ну, в общем, потом очень долго, несколько месяцев по очереди они продалбливают в нем основание, чтобы сделать каноэ. Дают название, имя вот этого дерева, и душа переходит в это каноэ и защищает племя. И обязательно при этом нужно сажать новые каури. Но это вообще очень серьезная история. Но, конечно, этого всего не знали поселенцы, которые приезжали сюда из Европы. И когда приехали первые англичане 200 лет назад, это было, по-моему, 200, теперь уже 300 лет назад, они, конечно, этого не знали, они на кораблях своих приплыли. И просто так, гуляя по чужой территории, которая принадлежала какому-то племени, они срубили вот это каури древнейшее, но которому просто непонятно сколько тысяч лет, и оно, у него было святое имя. Просто у племени, как говорится, не было вообще. Они просто не понимали, что происходит от этого кошмара и от этого ужаса. И первое, что в племени сказали, это то, что, конечно, грядет какая-то беда, потому что просто так это не бывает. Это вообще наказуемое ужасное событие с последствиями.
И буквально через несколько дней на территории вот этого самого места, где было срублено каури на берегу, разбивается английский военный корабль. Чудовищное совершенно было. Ну, во-первых, оно разбилось, вот так огромное количество людей погибло. Это был военный огромный корабль, и он проходил по узкому входу в залив с океана, в залив. И вот это место входа, оно было ну, совершенно спокойное, вообще никаких проблем. Но вот как раз когда оно заходило, вот как раз тогда и получилось, часть воды опустилась, и на песчаной отмели, песчаная отмель как будто сама поднялась. То есть непонятные вещи мистические происходили. Этот корабль вдрызг. И вот это племя стояло на берегу, и они так и сказали, это вам, пожалуйста, что вы наше дерево тронули. Кто же вам имел, ну, кто вам разрешил вообще такое святотатство на нашей земле совершать? Так что вот я вам так ответила. Надо извиняться перед деревом и очень подробно ему объяснить причину, почему мы его беспокоим. Галина пишет. В дневной суете по пути на работе я всегда проговариваю благодарственные слова своему роду, космической семье за дарованную жизнь. Отлично, Галина. Я думаю, что вот каждая мысль такого рода, она, ну, хоть немножечко, но карму уменьшает. Так что вам род должен быть очень благодарен.